Развитие в области зеленой энергетики, повышение эффективности электростанций и другие направления охватывает документ, подписанный между Министерством энергетики Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития. О заключении меморандума по технической поддержке развития электроэнергетического сектора сообщил в своем твиттере министр энергетики Первиз Шахбазов. Он указал, что данное сотрудничество в области устойчивого развития будет способствовать развитию зеленой энергии, повышению эффективности электростанций и сокращению выбросов углекислого газа.